Здравствуйте, друзья, с вами Феликс. И этот ролик о такой теме, как Buybox. Очень многих, знаю, интересует, потому что и в личку пишут, как попасть и что сделать. Ну, решил сегодня немного про это рассказать. Обычно, если мы как дропшипперы, подключаемся к тому или иному листингу, у нас подходящая цена, мы там начинаем как-то конкурировать с самой низкой, с Амазона приходят письма, мол, на этом вот листинге вы можете побороться за Buybox. Если кто-то не получал таких листингов, значит, таких писем, значит, не было этого права. Это называется именно право на Buybox. Кроме этого, в настройках кабинета я хотел сначала показать, как это сделать, но потом понасмотрелся за эти несколько дней разгромленных кабинетов, решил не показывать, где это делается, а то вообще будут и листинги все испорчены. Есть настройки, благодаря которым вот здесь отображается вот такое вот, ну, надпись такая. И перед каждым листингом вот no, yes. То есть вот здесь, на этом листинге, я могу побороться за Buybox. У меня таких несколько листингов. Ну, честно говоря, вот как дропшиппер, я пока не увидел смысла за них бороться. У меня этот... Вот это самый первый такой попался. Это вот этот вот, вот эта вот игрушка. Долгое время я держал на нее Buybox. Но как обычно происходит? Вот мы подключаемся, еще одна такая небольшая уловка, хитрость, как хотите, назовите это, что можно находить брошенные листинги, которые по тем или иным причинам, вот именно, вот смотрите, этот листинг был сделан обладателем бренда, но потом брошенным. Он сделал новый, другой, и сейчас продает с него. Я еще нашел такой оптимальный вариант, там были некоторые дефекты, там в описании, в ключевиках, в картинках, ну, надо было все это подправлять, кое-как его привести в божеский вид, чтобы он более-менее отображался. И вот я вот его держал очень долгое время, но с него продаж не было. Не было и нет до сих пор. Вот смотрите, вот страница открытая с такими вот игрушками. Здесь на этой странице их три. Их вот раз. Вот это вот второй листинг, где сейчас я нахожусь. И вот еще один листинг за 100 с чем-то долларов. За 110 долларов. И игрушка, которая стоит... 10 долларов вместе с шипом, наверное. Вот если шиппинг сюда прибавить, она где-то в 10 долларов будет выходить. Скажу сразу, что я могу снизить эту цену и до 10 долларов. Я могу дешевле вот этого продавать. Самого обладателя бренда нашел церковный магазин благотворительный. Там все очень дешево. В общем, и давайте вот посмотрим на этот Unicorn. Вот смотрите, с первой позиции продаются вот за прошлый месяц 244 таких игрушек продалось. 61 продавец. Этот листинг до того, ну, не просто не индексируемый, не просматриваемый и не, ну, бестолковый, что тут даже продавцы не все отображаются. Но нету продажи, продавец просто написан, что один, хотя нас там пятеро уже стало. Когда я его подобрал, был один, только я был. Потом ко мне подсоединился вот этот, мы очень долго с ним
как сказать, он постоянно тон акцент снизит, чтобы байбок взять. Ну, я следил за этим, не отдавал ему. Но все равно, вот, и у меня тут все, вот смотрите, на складе, вот видите, да, все отображается, мол, у меня все это на складе, все как надо. То есть я торгую со складов Амазона, поставляю этот товар, но не продается. У этого, ну, естественно, это вообще тоже полный ноль. Ну, кто за... Не, это опять, а где этот за 100 долларов? Вот он. У него тоже полный ноль. И вот его дефект сразу виден, вот, даже в самом названии. Он его поменять не сможет. Смотрите, какая тут абракадабра. Кто это сделал изначально? Вот этот листинг изначально был создан так. Продавец тот же самый, вот этот с дефективным названием. Здесь ничего невозможно изменить. Хоть ты тресни. Только через вспомогательные инструменты. Но все равно все это без толку. Поэтому, как сказать, если у листинга нету рейтинга, это опять же вот о том, каким подключаться, именно куда подключаться. Вот где нету рейтинга, где нету никаких продаж, бессмысленно даже на Байбоксе ничего ты не продашь. Тем более, вот сегодня опять же вот переписывались, мол, у одного парня сплошные байбоксы. Ну, естественно, он создавал листинги с нуля. На какой ни зайди, этот листинг там на 40-й, на 80-й странице. И, естественно, оттуда и продаж никаких не будет. А здесь он, сами видите, второй листинг, и с него все равно нету продаж. Так что, ребята и девчата, байбокс он хоть и желанный, но не панацея, не гарантированный заработок, смотря где у тебя байбокс, смотря на какой позиции, смотря какой у тебя самого рейтинг, как продавец, чтоб ты смог на этот вот свой листинг привести трафик. Без этого продаж не будет. Итак, на этом все. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.